Так, раз. Около 12 тысяч химчан пришли, чтобы окунуться в Крещенскую Иордань. Главную площадку организовали возле баскетбольного центра «Химки». Ее посетили представители общественной палаты, администрации и глава городского округа Дмитрий Волошин. Все совершили омовение. На всех площадках для комфорта купающихся сделали мягкие поручни, настилы с сеном во избежание скольжения, подсветку купелей, работали также передвижные бани. Химчанам выдавали теплые халаты, тапочки и полотенца. Пенсионерам, детям мы в обязательном порядке выдаем, но вот есть случаи, когда и обращались просто на среднего возраста жители по тем или иным причинам, которые забыли одежду, и мы им ее выдаем. У каждой купели был совершен чин великого освящения воды, и освящены все купели. На площадках дежурили бригады скорой медицинской помощи, спасатели, полиция и волонтеры. В местах купания были оборудованы раздевалки, большие палатки с тепловыми пушками. Также работала полевая кухня.